Всем привет, с вами Rotten King, и сегодня поиграем в игру под названием FNAF CD Five Nights Tower Defense. Сразу говорю, заходите в телеграм-канал, потому что там будет розыгрыш 5000 робоксов. Условия там будут написаны, но если только набьем 5000 подписчиков. А еще сразу говорю, ставьте лайки, чтобы я знал, что вы хотите больше видосов по FNAF CD. Потому что я хочу разные тематики делать, вы понимаете, да, я не только FNAF CD снимаю. Попробуйте смотреть другие видосы, там хорроры смешные очень, я люблю орать там, и все такое. И здесь вышло обновление, добавили 4 новые эволюции, Outlaw, Патриота, еще есть эволюция Фантом Фредди и эволюция Паппета. Марионетки, которые у меня все есть, кроме Outlaw. И у меня все юниты есть, кроме Outlaw и Джаггернаут Бонни. Джаггернаут Бонни, это который у нас новый... Голиаф Фредди, можно сказать. Он снова Эндлс подарка, который у меня есть. Возможно, он выпадет. Я, короче, на него вопрос, обзор сниму, когда наберем 500 лайков на этом видео. Я могу даже шанси выдать с Венжинс или с разработчиком Энчантом, так что... Поэтому 500 лайков наберем. А нет, даже давайте 750 лайков, потому что ну, это... 500 лайков для обычной версии и 750, чтобы я сделал шайни-версию... с Vengeance, или с разработчиком, короче, девелопер такой, Enchant есть, он как Vengeance, только в два раза сильнее, вот. И у меня есть, короче, все есть юниты, кроме вот этих двух, Outlaw и Juggernaut. Давай я покажу их, у нас есть. О, да, лучше просто напишу президент, нет. Вот так вот, вот такая вот моделька у него, он сплэш, обычная эволюция патриота. Так, президент. А потому что через неделю выборы в США, и поэтому, наверное, сделали на него эволюцию. Я не знаю, просто у меня других догадок нет. Также есть эволюция на Фантом Фредди. Хотя я написал Паппет, но у меня все равно эволюция Фредди вылезла. Также почему-то у меня не находит на слово Паппет эволюцию вот этой Шарп, Сюртер какой-то там марионетки. Почему она не вылезает, вообще непонятно. Мне придется ее так искать или что? Вот я ее не могу в инвентаре найти. Вообще не могу. Кстати, мне вот шайни выпал. Круто. С говно энчантом, конечно. Но хоть что-то. А реально, а где у меня эволюция? У меня в инвентаре ее нет. Я ее только могу получить, если введу правильное название ее. А я вот... А вот оно есть, оказывается. Все, отбой. Не верьте мне больше. И возьму этого. Где у меня мюзикмен? Где? Теперь мюзикмена не могу найти. Вот он. Самый первый секрет у меня в инвентаре. Вот такой командой я пойду играть. Не знаю, попробую поиграть в обычную катку. Проверить вот этого, как сказать, нового юнита. Давай еще вот этот откроем, посмотрим. Может, будет новый Nightmare, я не знаю. И не. Augmented Ended у нас новый эпический. Такой же всратый, как и Пати Чика. Да! Вот посмотри на мать, на пачечку. Урон! Понятненько, да? И тут тоже понятненько. Я даже его использовать не буду. Кто его будет использовать в здравом уме? Ладно, пойдем. Пойдем посмотрим на вот этого. Я, конечно, посмотрел, но я посмотрю вместе с вами, да? Типа первый раз. Я типа стрим не проводил, окей? Я типа в первый раз играю, да, подписчик? Вот он увидит себя в ролике, и так офигеет. Вот. Нифига себе, тут как раз четвертая игра, шестая ночь бафнута, поэтому пойдем как раз туда, на изи, потому что, ну там, вряд ли я босса выиграю, потому что он бешеный, быстрый. Даже со своими юнитами я не смогу его победить. Грустно, грустно, но что-то ему не хотят нерфить. Ох ты, ё-моё. Ой. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Чёрт, 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 чёрт. Работать, работать, ребята. Работать. Фух, хоть как-то справились. Так, вот сюда, вот сюда. Короче, первая волна была жестко, сейчас не жестко. Так, куда еще этого спихнуть? Вот сюда запихну. Не, давай лучше вот сюда. Все. Здесь у нас марионетки будут. Они слабые, они просто есть, они существуют. Ну, пусть существуют. Ну, понятненько, баги не фиксит. Так, опа. Опа. Опа, какие жесткие улбиты идут. Так, сюда. Сюда. Я тебя туда не ставил, офигел. Так, и...
А я все-таки сюда поставлю. Латная игра меня пригодала, да. Так, шо? Давай переставим вот это немножко, чтобы вот сюда вместилась марионеточка. Понятненько. Еще раз, может, вот так вот. Здесь у нас будет... так, ладно, вот так, значит. Чтобы вот этот патриот стоял, работал тоже. А что, он офигел, не работает. Так, это у нас, короче, как Валькирия Чика. Как обычно Валькирия Чика, только она для людей, у которых нет душ. Да. Ну реально, по урону такая же. Даже лучше. Бешено. Но это обычная Валькирия Чика. А эволюция намного сильнее вот этого фантома. Так, вот хитбокс сейчас повернись, да, молодец. Поворачивайся, пожалуйста, спасибо. Не фиксит. Возможно, с этой командой я смогу как-то что-то сделать. Надо проверить, кстати, бусты все получают. А ты что тут делаешь? Нифига себе. Перепутал что-то, да? Так, значит, отсюда выходит Энда. Мне кажется, вот эту сторону лучше вообще не защищать. Мне кажется, надо вот сюда все переставить. Потому что Энда прям вообще... Эннерт. Эннерт вообще засранец. Я вам так скажу, прям засранец-засранский. Я не знаю, почему у него такая скорость большая, но у меня бесит. Сильно бесит. Значит, вы тут не работаете. Зачем вы нужны мне? Вот сюда. Все перестанавливаемся. Тут сейчас 15-я волна будет. Давайте. Я хочу хоть раз без жестких юнитов затащить этого Эннерда сраного. Так, и вот сюда еще, чтобы тут работали. Ну, короче, 3 валькирии. Обычную валькирию можно 4 поставить. Этот немножко лучше даже. Если бы у него Enchant Vengeance был, я бы, наверное, заметил, что он лучше. Просто у меня Валькирия на Vengeance зачарована. Поэтому, ну, я не знаю. Все, переставляем. Да, я закончил волну, да. Да? А нет, кстати, пофиксить, он теперь медленный. Хотя, не, он все равно какой-то быстрый. Короче, это вот эти Циркус Бэйби, Эннерт, они вообще быстрые, меня это бесит. Когда-нибудь это пофиксит. Потому что все остальные боссы, я это прям в Эндосе заметил, когда играешь на хелмоде, да, там ускоряются, но обычные вот эти 4 босса, они медленно идут. А почему-то Циркус Бэйби и Эннерт, они как бешеные бегут. Так, а еще у меня есть для вас новость. У меня есть кодик для вас. Почему-то коды вообще не скинули никакие, поэтому у нас есть только один кодик. Аптей 20, он дает нам 15 душ. 15. Фух, ну это, конечно, такая себе обнова, но тут еще добавили тимы, я не знаю зачем, ну типа вот. Вот такая у меня тима есть. Я, к примеру, смотри, сниму всех и вот так одену. Ура! Для чего это создано, не знаю. Какашка. Ура! Какашка написалась. Она сохранится? Блин, а почему... Ох ты, ё-моё. А почему вот здесь пиксельно, а там... Обычная русская. Это мне не нравится. Это не круто. А есть на другом языке. Почему-то пиксельная. Инк. Кинг. Инкинг. Нет, напишу так. Подпишитесь на ТГ. И буду каждый раз заходить в тиму, и все будут это видеть. Да блин. Ну и ладно. Ладно. Если что, это все, поэтому ставим 500 лайков, и выходит видосик с новым Голиаф Бонни. Я стата его знаю, он вообще жесткий, у него там x50 урон, то есть у него 30 тысяч урона, плюс дополнительные 6 тысяч. Короче, это жесткий юнит, самый сильный ДПСер в игре. Плюс он Continuous Splash, то есть это Астрал Бонни, то есть Астрал Бонни вообще нубик. Самый сильный, но потом он будет как Голиаф слабее и все такое. Ну, с вами был Робот Инкинг. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в телеграм-канал, оставляйте комментарии, я их всех читаю, но лайкаю только самые крутые по видосу, которые связаны. Может, там чуть не рассказал и все такое. Всем удачи и всем пока.